Ноябрьский городской суд вынес приговор в отношении водителя, который обвинялся в покушении на дачу взятки. В январе 2013 года на Карамовском посту сотрудники ДПС остановили автомобиль, в фургоне которого была обнаружена рыба ценных пород общей массой почти 2 тонны и без сопроводительных товарно-транспортных документов. Водитель задержанного автомобиля попытался дать госавтоинспектору взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение проверки и возврата ему рыбы. За что и поплатился, суд назначил ему штраф в размере 12 миллионов рублей. Правда, с рассрочкой на 5 лет. И если приговор не будет обжалован, мужчине придется ежемесячно выплачивать по 200 тысяч рублей.